разные точки зрения существуют в обществе и особенно среди людей, которые очень многое сделали для становления этого государства. Я уверен, что почти 100% за этим столом сидят такие люди. Но есть люди и другие, которые считают, что нам референдум не нужен. Мы должны идти тем путем, который идем, и Конституция этому не помеха. Это не принимается. Не принимается. Мы пообещали провести референдум по Конституции. От нас требовали пироменов, и не только пироменов. Мы сами понимали, что суть жизни состоит в том, чтобы постоянно меняться. Только на пользу должно быть. Перемены – это не ломка, не слом, это эволюционное развитие. Мы в этом уже определились. Поэтому Конституция нужна, потому что нужны нормальные движения вперед. Ну, будем подразумевать это как перемены. И это разумно, когда мы перемены осуществляем не с бухты-барахты, а основываясь на фундаментальном. Это все должно быть законно.